Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему мотивы. Почему он так поступает? Что движет этим человеком, этим мужчиной? Рентген, да? Давайте посмотрим изнутри, где обман, где правда. И чем это, что этим мужчиной вообще движет? Итак, давайте для начала посмотрим, что между вами сейчас происходит. Какая ситуация между вами? Ну, мы в качелях, скорее всего, да? Есть какой-то момент какого-то ожидания, каких-то размышлений, какого-то баланса. То есть я что-то не могу выбрать, я как-то на что-то не могу отважиться, я не могу сдвинуться с места, я не могу, да, как-то активно действовать. Я в каком-то ищу какого-то баланса, я все-таки в каком-то маневре, да, нахожусь в каких-то размышлениях и взвешивании ситуации, что для меня хорошо, что плохо, что выгодно, чего хочу. Качели у вас в отношениях. Давайте посмотрим еще, что у вас в отношениях. Угу. Вы очень недовольны ситуацией. Очень может быть, что этот мужчина, да, он у вас в голове, вы не можете выбросить мысли о нем. И вы как-то, с одной стороны, уже четко определили, чего вы хотите с этим человеком, чего вы не хотите. И не желаете быть и в состоянии как-то обиженной, потому что здесь идет момент, что в сердце есть чувство, но сердце уже в клетке. И думаю я уже на сегодняшний день головой и уже очень хорошо вижу ситуацию, которая вот в наших отношениях. Ну что ж, здесь, знаете, такой напрашивается итог, что мужчина занимается какими-то манипуляциями. Ну покажи нам еще, да, что между вами сейчас. Чувства есть и с одной, и с другой стороны. Я не могу сказать, что этот мужчина безразличен к вам. Нет, у него есть чувства к вам. Но и есть некая конфликтная ситуация, в которой он сейчас находится. Он как не может в себе разобраться, да, вот он, вот эти качели, это, возможно, и человек такой. Что между вами сейчас? Какой-то рост недовольства, рост какого-то конфликта с самим собой. Хочется сказать правду этой женщине, да? Угу. Девочки, очень может быть, что здесь вот это, да, на двух пентакликах, это две женщины. И у одной и другой сердце в клетке, вы в треугольнике. Здесь дело в том, что мужчина находится в конфликте с самим собой, и он любит ту женщину, которая смотрит. Но этого мало, потому что есть еще одна женщина. Та женщина, возможно, которую он скрывает, или о которой вы, возможно, знаете. И вот этот конфликт с самим собой, он растет. Он растет. Душа как желает какого-то правильного выбора. Но этот мужчина как-то вот пока что этот выбор сделать не может. Ну, давайте посмотрим еще. Что у тебя непосредственно вот к этой женщине, которая смотрит это видео? Что у тебя непосредственно к ней? Она моя королева кубков. Она моя любимая женщина. Вот чувство есть. Чувство есть к вам. Вы находитесь... Я очень скучаю по ней. Здесь может очень пройти момент, что мужчина не может быть рядом с вами. Мужчина не может быть рядом с вами. Здесь проходит ситуация, очень может быть треугольника. Покажи мне здесь. Ну, здесь деньги, здесь какие-то финансы, здесь какое-то вот. Ну да, там королева пентаклей. Очень может быть, что вы в треугольнике. И там его держит некая стабильность, некая ситуация финансовая. Некая женщина, возможно,
Ну, очень может быть, что вывод в треугольнике. Очень проходит у нас такая ситуация именно сложных отношений. Здесь может быть даже не треугольник, здесь может быть даже четырехугольник. Здесь может быть ситуация даже не вот такого, да, контакта непосредственного между вами, но я вижу, что чувство есть, то есть этот мужчина вам, возможно, тоже нравится. И здесь может пройти момент, почему он в конфликтной ситуации. Здесь женщина могла поставить условия ему, да, что я хочу роста, я хочу серьезных отношений. Действуй. Действуй, да. Вот я не хочу, возможно, быть тайной женщиной. Я хочу быть женщиной для стабильных отношений. Хочу нормального счастья, нормальных отношений. Но здесь четко идет момент, что мужчина не может быть сейчас с вами. Он очень тоскует по вам. И здесь четко идет ситуация, что ключ у него в руках, и клетка у него в голове. То есть ситуация решаемая, было бы желание. Но здесь очень может быть, что женщина поставила условие, что она не желает быть на вторых ролях. Здесь может пройти даже такой момент, даже если, да, вы не воспринимаете эти отношения серьезно, даже если вы как-то, да, вы в этом себе переубеждаете, вы в этом себя убеждаете, но подсознательно вы желаете любви этого человека, вы желаете тепла, энергии, сексуальной энергии этого мужчины, вы желаете быть с ним. Просто, возможно, какая-то вот эта ситуация, что, возможно, у мужчины семья, или у вас семья, или у вас, знаете, какие-то отношения, она вас четко останавливает, и вы находитесь так же, как и он, в каком-то конфликте с самим собой. То есть вас эта ситуация не устраивает. Но здесь четко вышло, что вы любимая женщина для этого человека. Он очень скучает, но вот ситуация такая уже затянулась, возможно, во времени, и, возможно, какого-то решения логического нет. Здесь даже может пройти момент, что мы были в какой-то связи или как-то объяснились друг с другом, расстались, да. Потом опять сходимся, вот как-то не можем оторваться друг от друга. Здесь четко идет, что мужчина у вас в голове, мужчина у вас в мыслях. И да, здесь идет момент, что я стараюсь думать головой, да, я стараюсь думать головой, я тоже на выборе, я тоже в сомнениях, как и он, но чувство есть и меня тянет к этому мужчине. И да, я склонна поступить правильно, я склонна поступить, знаете, как не идти на абордаж, я даю ему время, дабы он в себе разобрался, но ждать я его как не могу вечно. Сердце в клетку и думаю головой, какой-то, знаете, накал страстей оставляю в голове. Хорошо, хорошо. Ну вот мы выяснили, что вы любимая женщина, о которой он скучает, о которой он думает. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, какая вы в его глазах. Как он видит вашу ситуацию и вас. Да, ой, очень хочет вас обнимать, соскучится мужчина очень. Если даже вы вот не расстались вчера, например, да, вы были вместе, вы как-то контактировались, очень-очень человек скучает. Ну, вот у него желание, да, всегда быть рядом с вами. Вы королева кубков для него, вы самая красивая женщина. Покажи мне еще, что ты думаешь об этой женщине сейчас? Очень много думает, просто застрял, и каких-то очень обычных вещей он хочет. Попить с вами кофе, знаете, как-то провести с вами время, сделать для вас что-то приятное, чем-то, возможно, что-то подарить, что-то как-то привнести в вашу жизнь. Каких-то очень обычных вещей, просто быть рядом. Что ты думаешь об этой женщине? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, хочет, знаете, что-то вам подарить, дабы вы смягчились к нему, потому что присутствует в нем страх. Он понимает, что вы можете быть недовольны, и у вас есть на это веские причины, чтобы вы были недовольны. Есть, присутствует в нем такое ощущение, как я на полпути, да?
Я на полпути, возвращаться назад не могу, дальше идти нет сил. На середине реки, да, на середине расшатывающегося моста, я на середине, и как-то уже как-то вернуться назад. Нет, да, вот как-то забыть это все, вот невозможно, что происходит между вами. Как-то вернуться назад, забыть все невозможно. Вперед идти еще очень много препятствий. А оставаться, но как-то вот эту ситуацию оставить в состоянии повешенного, да, как-то остановить, это небезопасно. То есть я могу потерять. Я могу потерять ее. То есть здесь мужчина четко понимает, что он в западне. Хоть, вы знаете, возможно, эту западню он готовил для кого-то другого. Возможно, первые его какие-то мотивы были какими-то другими. Но на сегодняшний день мужчина попал в западню, которую он устроил сам себе. И четко идет момент, мост расшатывается, лодка расшатывается, каждый шаг дается с трудом. Чем дальше, тем как-то острее, опаснее. И здесь идет такой момент, или ты очень быстро, активно начнешь двигаться и придешь к чему-то хорошему, или ты просто, знаете, провалишься, потеряешь все. Как-то я вам скажу, что назад вернуться, вот если это для него невозможно. Почему-то идет момент, что там уже горят мосты. С другой стороны горят мосты. Я хочу взять ситуацию, что у него творится там, что у него творится с женщиной, с вашей соперницей в этом случае. Что у него творится там. Ой. Угроза. Угроза чего? Угроза чего? Угроза, что она узнает о вас. Угроза. Он боится, что она о вас узнает. Эта женщина. Угу. Сам запутался, сам настроил стен, сам спровоцировал ситуацию, сам сижу, грущу, не знаю, что мне делать и как мне быть. Мужчина упирается в ту же стену, что сам настроил. Мужчина в западне той ситуации, которую сам устроил. Здесь у него такая ситуация. Он в вас влюблен, здесь есть чувство однозначно, но он очень боится, что узнает его женщина. Угроза, что узнают о вас, как о королеве кубков. А кто узнает? Императрица. Женщина, как он император, она его женщина. Да, вот как каждый день идет момент, да. Вот. Как рулетка повернется. Он как все время в каком-то стрессе, все время в каком-то страхе, этот мужчина. Он боится, что о вас узнают. Он вообще может, возможно, вообще никому ничего не говорит, что у него с вами отношения. Никому. Это вот тайна его. И здесь и женщина, знаете, как имеет над ним влияние, имеет над ним силу вот эта женщина. Каким образом, да? Но у нее есть четкое влияние на этого человека. Здесь у нас выходит ситуация именно материального плана. Возможно, ситуация материальная, имеет такое сильное давление и на этого мужчину. Этот мужчина просто может в один момент потерять все. Эта женщина как-то имеет рычаги влияния на этого мужчину и очень даже сильные рычаги. Что у тебя с этой женщиной? Покажи, соперницей, что у тебя сейчас? Ой, девочки, десятка мечей. Я вам скажу, что там очень накаленная обстановка. Очень. Там как-то присутствует какое-то опасение, страх, вот какая-то колкая даже, возможно, ситуация. То есть... Любви как таковой, там в паре нет. Нет. Вот и десятка мечей нам говорит о том, что вот, ну все просто уже дотлевает. Оно уже все умерло между этими людьми. Но очень много каких-то связей, очень много вот этих каких-то моментов, как все закручено, да, у этих людей. Они очень сильно связаны. Но вот именно в чувствах вот вышла десятка мечей. Я бы даже сказала, что действительно, там очень такая негативная ситуация, какое-то вот как нагнетение, агрессии какой-то. Я вам скажу, что женщина чувствует, что вот, возможно, чувства ушли.
какое-то недовольство все время, какая-то вот агрессия, какая-то апатия, да. И сейчас вот на этот момент, когда вы смотрите, там может быть вообще полный раздрай, там может быть какой-то скандал, там может быть вот какие-то колкие слова говорят люди друг другу. Но я вам скажу, что в таком эмоциональном плане люди очень отдалены друг от друга. Здесь нет чувств. Здесь есть только вот какое-то, можно сказать, рабочие моменты, ситуации, как мы вот винтики, да, в каком-то механизме мы как ведем принудительный образ жизни вот какой-то, да. Вот время, по времени все должно быть, все как-то вот одно с другим связано, что-то где-то сломается, все пойдет кувырком. Здесь идет момент, что люди просто как связаны друг с другом, но здесь четко идет момент, что женщина имеет большое влияние на этого мужчину, она имеет сильные рычаги влияния, и он как чего-то боится, возможно, боится, что она вас узнает. Почему? Потому что, ну, это грозит большим скандалом и какими-то очень серьезными финансовыми потерями для этого мужчины. Вот он сейчас, знаете, в таком состоянии какого-то выбора, да, вот какого-то вот такое вот состояние. Я вам хочу сказать, что он с вами чувствует себя очень сильным мужчиной, но там, да, с той женщиной, почему-то она как давлеет над этим человеком, над этим мужчиной. Женщина там давлеет, у нее есть очень четкие рычаги, и она просто его там. Ну, здесь просто идут как обстоятельства, сдерживающие этих людей вместе, потому что там, ну, любви нет. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что же он чувствует к вам? Что чувствует к вам этот мужчина? Его эмоции и чувства по отношению к вам. Эмоции и чувства по отношению к вам. Ой, так хочется прикасаться, мужчина очень соскучился. Или вот какая-то ситуация здесь может быть, да, что вы знаете, вам или признался, и вы видите внимание от женатого мужчины, от занятого мужчины, потому что здесь четко идет такая ситуация. Потому что здесь мужчина все хочет прикасаться, очень как-то тоскует, очень, возможно, давно не видел. И здесь может быть такое, что вы даже и не в каких-то отношениях, да, но вы являетесь любимой женщиной. Здесь может быть некая симпатия, притяжение друг к другу. Но чтоб прям такие отношения, возможно, их и нет. Но они существуют в голове у этого человека. Но если вы в треугольнике, мужчина очень тоскует по вам. И он как-то понимает вот эту ситуацию, что он портит вам жизнь. С одной стороны, да, это огонь, это страсть, это некое украшение жизни, эти эмоции, оно так, но он как-то понимает, что он, возможно, по отношению к вам некрасиво поступает, что он, возможно, где-то вас и обманывает, этот человек. Давайте посмотрим еще, что он чувствует по отношению к вам. Он очень хочет общаться с вами, очень часто смотрит ваши фотографии. Он, знаете, как вместе с вами он как-то обретает какую-то свободу. Он как-то чувствует себя вот так, как ему бы хотелось. Он получает от вас то, что он не получает от этой женщины. Какое-то открытие, да, дорог, миров, пространства. Очень ему нравится с вами общаться. Вы очень приятны этому человеку. Очень нравитесь вот в позиции как женщина, как красивая женщина. Он просто любуется вам. Вы такая сексуальная, интеллигентная женщина. Угу. Ну, здесь у нас могут проходить вот такие качели, как он сам не знает, чего он хочет в этой жизни. И он и вас потерять не хочет, и там он за что-то держится, да, там его что-то пугает, там он что-то боится потерять. Но и вы, да, как такой оазис любви, оазис наслаждения, такая вот сладкая женщина для него. И он рядом с вами тонет. Но здесь присутствует такой момент, вы остаетесь свободной. Или вы, вот, возможно, в паре, да, и ваши отношения вообще невозможны, но этот мужчина даже вообще не с вами, он получает намного больше, чем вот в чувствах, вот, чем вот с этой женщиной. Вы остаетесь свободной, понимаете, у вас как есть право выбора, и вы, возможно, в сомнениях,
стоит ли выбирать этого мужчину, возможно, уже длительное время, вот эта ситуация конфликтная между вами. И да, чувства есть, но вот эта ситуация, ты не можешь выбрать, ты не можешь в себе разобраться, она тянется, и вы не очень, возможно, довольны этой ситуацией. У нас здесь гроза в отношениях, здесь гроза в чувствах, гроза в эмоциях этого мужчины. Он боится, что вы, знаете, уплывете от него, как золотая рыбка, которая в один момент надоест исполнять желание, и она просто, знаете, взмахнет хвостиком и уплывет. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Твои эмоции и чувства по отношению к этой женщине. Вы очень желанны для него, действительно. Очень желанная женщина. Многое он скрывает. Многое он вам не рассказывает. Многое он не показывает. Многое он вам не говорит. Многое он скрывает, этот мужчина. Ох, как он боится вашей трансформации, вашей перемены. Почему-то у него такое впечатление, что вы как на волоске. Он удержать вас не может. И вы просто пойдете своей дорогой. Без его помощи, без его, знаете, какого-то участия в своей жизни. Он очень боится. И он, возможно, скрывает этот момент. Он боится, что вы пойдете своей дорогой. Что вы пройдете трансформацию и как-то, знаете, справитесь сами. Эмоции и чувства. Вы такая роковая женщина для него. С одной стороны, для того, чтобы он почувствовал какой-то выр эмоций, такие страсть, огонь и чувства возвышенные все-таки к вам. Не вижу я здесь вот такого просто, знаете, телесного желания и все. Нет, здесь есть чувства однозначно. И он прячет от вас свой страх, страх, что вы измените свое отношение к нему, пойдете своей дорогой. Победите какую-то ситуацию, да. Здесь, понимаете, вот какая ситуация выходит. С одной стороны, вам как надоело, что он играет под какую-то дудку, под какую-то песню, да? Что-то он вам рассказывает, что-то он играет какую-то песню. Эта песня не заканчивается. Вы хотите, чтобы эта ситуация как-то вот, ну, естественно, что вы хотите быть победителем в этой ситуации? Вы желаете, чтобы этот мужчина стал вашим, да, чтобы как-то эта ситуация разрулилась, выяснилась, прояснилась, безусловно. И вас, возможно, в некой степени раздражает момент, что мужчина как-то как под чужую дудку играет. То есть он танцует под эту музыку, и уже и я как-то косвенно, да, в этой ситуации поддаюсь какому-то влиянию, поддаюсь как подстраиваю свою жизнь под кого-то, понимаете? И вам как хочется от этого отмыться, но и здесь есть вот такой, как, да, стереть вот это все, стереть вот это какое-то состояние, как я участвую в чужой игре, возможно. Честно, мужчина очень много думает, и думает он о том, что вот... На вас смотрят другие люди, вы очень интересная женщина. И да, сейчас вы сидите в тени, но вас все видят, вас все замечают. И только вы выйдете на свет, да, и у вас точно будут ухажеры, точно будут мужчины, которые будут очень сильно заинтересованы в вас и однозначно смогут вам дать больше. Больше, чем вот эта скрытая страсть, какие-то встречи, да, тайного типа. Вот я тебе желаю, я тебя хочу, я тебя люблю, но все это вот в темноте, все это вот как не показывая своего лица, не выдавая, да, кто я. Давайте посмотрим. Я хочу посмотреть на еще на ту женщину, с которой он сейчас. Эмоции к той женщине, которая сейчас. Ну, она очень сильно влияет на этого мужчину, но здесь однозначно он для себя понимает, что вы в треугольнике. Здесь точно треугольник. То есть в его мыслях другая женщина.
в эмоциях, эмоции по отношению к этой женщине очень сильные, очень горячие, такие, знаете, обжигающие эмоции, возможно, даже эмоции негативного плана. Почему? Потому что вот вы в треугольнике, потому что в его сознании есть другая женщина, вы в его сознании. Но как-то вырваться, понимаете, он не совсем свободен вырваться, у него нет сейчас силы вырываться от этой женщины. Вот какое-то вот состояние, да, любоваться, думать о вас, но все время находиться в тени, все время находиться, как не показывая свое лицо. И страх, страх, что вы как-то вот махнете своим золотым хвостиком. Давайте посмотрим вообще, да, давайте посмотрим. Почему? Мотивы твоего поведения, да? Если ты там боишься что-то оставить, потерять, где-то там что-то утратить в своей жизни, зачем ты с этой женщиной, да? Давайте посмотрим мотивы, твои мотивы, мотивы этого мужчины. Почему он так поступает? Потому что четко идет момент, что сейчас он выбор делать не готов. Вообще не готов, девочки. Не готов он ни в чем никому признаваться. Не готов он как-то действовать. Не готов он эту ситуацию решать, развязывать. Ну, твои мотивы. Твои мотивы. Манипуляции, девочки. Брать и брать, и еще раз брать. Получать максимум. Получить выигрыш. Получить наилучшие результаты для себя. Твои мотивы. Вы знаете, по отношению к вам, да, сейчас ситуация, что я хочу брать, я хочу получать. Почему? Потому что ему не хватает. Ему не хватает вот этих чувств, любви, эмоций, страсти. Ему просто этого не хватает. Но я вам скажу, его мотив пройти трансформацию и начать с вами серьезные отношения по десятке кубков. Что несмотря на то, что сейчас он вообще в каком-то, да, вот в таком, ну, на середине реки, в тупике. Лодка расшатывается, не знаю, что делать. Вот сейчас вот это вот такое вот состояние вообще. Глаза закрыты, пути закрыты, не знаю, что вообще делать. Полная голова каких-то ограничений. Но мотив, его подсознательное состояние, что диктует ему вот такое поведение. Это по отношению к вам желание трансформации и желание отношений с вами по десятке кубков. То есть четверка жезлов и десятка кубков – это крепкие отношения с будущим, с желанием будущего, с желанием счастья. И он желает этой трансформации, он хочет это, он хочет этой перемены. Но вот этот маг, да, с одной стороны, это говорит о некой активности, да, это сподвигает его на какие-то действия, но с другой стороны, это желание еще что-то с собой захватить. Он боится здесь потерять. Но вот это состояние желания, простой любви, простого счастья, настоящих чувств, оно здесь очень перевешивает. И мотив очень даже, знаете, вот вышел очень ярко и прозрачно, да, карты нам ответили на этот вопрос. Я хочу, я стремлюсь к лучшему, я стремлюсь к трансформации, я стремлюсь к прекрасным отношениям по любви. С любовью и для любви. Вот так вот, мои дорогие. Очень интересный, неожиданный итог у нас здесь. Я вам хочу сказать, здесь присутствует такой момент, что сейчас мужчина тоскует, сейчас может пройти момент, что вот вы не совсем рядом, да? То есть вы общаетесь, вы находитесь, возможно, в каких-то отношениях, но вы не рядом. И мужчина, когда он с другой женщиной, он все время о вас думает. Он прямо, знаете, как на таком острие, потому что он не там, он не с ней, он не с той женщиной. Она бесится, она нервничает, она агрессирует на этого мужчину, дабы привлечь его внимание. Но к ней у него уже десятка мечей, все, там уже все затихло. Он стоит в ограничениях, он к вам прийти не может. Но эту женщину он тоже уже к себе не пускает. Ни в голову, ни в чувства, ни в мысли, никуда он уже ее не впускает, эту женщину. Потому это провоцирует вот такие конфликтные ситуации там. То есть он еще не готов. Очень много таких, знаете,
шестерни, которые вот связывают этих людей. Еще очень все сложно, все очень все завязано. Есть какие-то моменты, которые очень сильно этих людей связывают. Но когда он с этой женщиной, как бы сильно она не давила на этого человека, он думает о другой, он думает о вас. И здесь выходит вот такой результат, когда он даже с другой, он думает о вас. И хочет он с вами прекрасных отношений, трансформировать то, что есть сейчас, и прекрасных отношений. Конечно, безусловно, решать вам, да, ждать этого, этой его трансформации, не ждать, как вам поступить. Здесь ситуация сложноватого, но мотив этого мужчины построить с вами прекрасные отношения. Здесь, знаете, сейчас комментарии будут писать разные, но я прошу никого и ни на кого не вешать никаких ярлыков. Не ставьте ограничения перед другими людьми, если они есть у вас. У каждого своя жизнь, своя история любви, ненависти, печали. У каждого своя жизнь. Проживайте свою жизнь. Так дано этой женщине, так дано этой паре. Пройти это все. Они должны это все пройти. Неспроста они появились в жизни друг друга. И я четко могу сказать, что вы этому мужчине действительно очень нужны. Это некое его подсознательное состояние, это некий его мотив. И как бы это ни выглядело со стороны, да, вот правда вот такая вот, что он хочет с вами действительно очень красивых, серьезных отношений, в которых будет царить любовь и доверие друг к другу. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр, счастья, радости, любви. Ваши дома и ваши сердца. Всего вам самого лучшего и до новых встреч. Thank you.